Ізраїль має засоби, щоб знищити всю підземну інфраструктуру угруповання Хамас. Про це заявив глава ізраїльського Міноборони Йоав Галант. Тим часом війська Ізраїлю оточили місто Газа з кількох напрямків. Детальніше про наземну операцію Сил оборони Ізраїлю в секторі Газа поговоримо далі з Марком Баботом, підполковником Генерального штабу армії оборони Ізраїлю в запасі, військовим експертом. Пане Марк, я вас вітаю. Вітаю вас, Україна, слава Україні. Героям слава. Пане Марк, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в Ізраїлі і в секторі Газа? Як проходить от наземна операція? Газа, то есть город Газа, сектор Газа, он, конечно, больше, чем сам город. Город находится в северном секторе, севернее высохшего русла реки Газа. Город окружен. То есть израильские войска вышли к берегу Средиземного моря, примерно параллельно этому руслу, и город отрезан от южного сектора Газы. С севера идет зачистка с двух направлений, со стороны моря, с севера на юг и со стороны израильской границы, то есть с востока на запад. Главное направление – это центр города Газы. Первый пояс обороны прорван полностью. Были уничтожены несколько укрепленных районов, часть из которых просто провалилась под землю после ударов израильских подразделений. И, к несчастью, некоторые кварталы тоже упали вслед за ними, они построили все свои оборонительные сооружения прямо под гражданскими или цивильными домами. Сейчас происходит зачистка территории, идут рукопашные бои. К сожалению, у нас сегодня тоже есть погибшие, мы платим дорогой ценой. Один из погибших – это командир батальона бронетанковой бригады, 188-й бронетанковой бригады. Он, между прочим, по национальности друз, он не еврей. Так что, как вы видите, сегодня в этой войне участвуют со стороны Израиля все конфессии, все религии и все национальности, которые есть в Израиле. И работа очень медленная, очень осторожная. Мы работаем по всем трем направлениям. Под землей, на земле и в воздухе. И кооперация между сухопутными войсками – она невероятная и в смысле цикла атаки, то есть это буквально несколько секунд берет, это буквально беспрецедентно, но с другой стороны эвакуация, вот как раз я сегодня говорил, у меня была встреча с одним из диспетчеров военно-воздушных сил, который занимается эвакуацией раненых и, к сожалению, погибших. Он говорит, что были эвакуации, время которого вот этого эвакуации от поля боя до больницы менее 40 минут. Это очень и очень и очень помогает сохранять жизни наших бойцов. Вот так это происходит. Армия не публикует карты, армия обороны Израиля, это очень правильно. Идет типа туман войны, чтобы не давать информацию Хамасу, у них тоже не дураки сидят. И очень интересно, что началось в последние дни, это кибератаки на Израиль со стороны российских, иранских, китайских и северокорейских различных организаций или частных лиц, которые пробуют получить какую-то информацию от израильских бойцов. Естественно, это отрабатывается нашими спецподразделениями в смысле связи и разведки и блокируется. Очень важно рассказать, что идут даже вот дроны, это очень такой важный фактор. Израиль, к сожалению, не всегда полностью принимает или изучает, или даже знает, как действовать в такой вот насыщенной ситуации. Хотя мы тоже используем беспилотные системы, но они для ударов, для атак. А вот защита, это, конечно, надо было бы поучиться у Украины тоже. Но я думаю, что это прорабатывается, отрабатывается. И у нас все лучше и лучше идет, вот, я бы сказал, учение боем. Вот такая ситуация в Израиле сегодня.
Пане Марк, стосовно третіх країн, які от уже ви згадали, Ємен відкликає свого посла з Ізраїля. До цього головнокомандувач Збройних сил Ємена оголосив Ізраїлю війну. Як розглядаєте ви цю ситуацію? Як от можуть далі розвиватися події? Ну, мне кажется, тут небольшая ошибка. У Йемена нет посла в Израиле. Было сведение о том, что Бахрейн, одна из королевств Персидского залива, отозвала, но не отозвала еще, а парламент как бы потребовал у правительства отозвать посла, но так как там решает король, то практически это как бы решение не имеет под собой силы. Посол Израиля в Иордании был отозван для разговоров, так же, как и посол Иордании в Израиле. Это да. Насчет Йемена. Йемен объявил войну Израилю. Но не Йемен просто, а именно та секта шиитская, это хуты или хуситы на русском языке, они зейдского направления, но это такой еще более ярый шиитский ислам, они поддерживаются полностью Ираном. Поставки баллистических ракет и дальнобойных дронов очень массированные туда. Они этими дронами и ракетами атаковали и Саудовскую Аравию, и американские базы на Ближнем Востоке, в том числе и персидские государства в заливе. И это, да, имеет какую-то опасность, но так как до Израиля 2000 почти, ну, 1700-1800 километров, поэтому ракеты сбиваются над акваторией Красного моря. Там защита нашего южного города, она очень серьезная, она многоярусная, потому что это стратегический город на юге, это главный наш порт на Красном море, оттуда идут все поставки, и экспорт, и импорт, и в Китай, и в Японию, и в Индию, и в Южную Корею. Она стратегический партнер Израиля. И поэтому город Эйлат прикрыт очень сильно. Были сбиты эти ракеты и дроны и силами американских эсминцев в Красном море, которые специализируются на ПВО. Были сбиты и военно-воздушными силами, которые были подняты в воздух и баражируют постоянно в воздухе над этой акватории Красного моря. Была задействована ракета ХЭЦ. Это тоже одна из систем противовоздушной обороны, но дальнего действия, не как железный купол. Поэтому я бы сказал, опасности нет. Насчет того, что вот эти вот шиитские милиции пройдут по берегу Красного моря, я думаю, что последняя попытка была с Моисеем, она удалась, им это не удастся. Пане Марк, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, а всім ізраїльтянам бажаю мужності і обов'язково перемоги над злом. Я желаю Україні також побіди і скорої. Дякую. Нагадаю, це був Марк Бобот, підполковник Генерального штабу армії оборони Ізраїлю, в запасі військовий експерт.